Всем привет! ZBrush 2020, и хотелось бы в этой программе сделать автомобиль Ford 1930 года, как в игре «Мафия». Не хочется, конечно, в Blender, это понятно, там все отмоделировать можно, колеса сделать, покрышки, там наложить камеру, все нормально. Но вот вопрос в чем? Что ZBrush не используют для создания самолетов, там поездов? Где-то есть какие-то ролики, но это очень мало, их почти, ну, считай, и нету. Так что давайте разбираться о нюансах, как это все пойдет. Ну, погнали. Итак, сначала используем куб. Все, опять же, начнем с куба, вытягиваем. Edit Mode. Так, включаем Flur. Shift. Левая кнопка мыши, все это дело выравниваем и смотрим. Так, если X включаем, вот X симметрия. И жмем Make Polymesh. Вот такой вот куб. И что можно с него сделать? У Форда закругленные именно бока. Так, вот хорошо бы сюда добавить единицы на нампаде, тройка, семерка. Было бы очень удобно. Ну, через Shift левая кнопка мыши выравниваем. Итак, через Ctrl. Так, Ctrl-Z. Делаем геометрии. И делаем DynaMesh. Смотрим сетку. Сетка нормальная. 90 тысяч полигонов. Потом уменьшим. И в чем смысл? Что у Форда вот так вот скошенная именно корпус, вот такой у него. Так что давайте разбираться. Ставим боком. Теперь с помощью MOV вытянем сразу. Вот такой будет корпус. Где-то приблизительно пока, потом подкорректируем. Shift левая кнопка мыши. И тогда Ctrl Shift используем так вот эту клип. Циркл. Вытягиваем. Попробуем, даст она нам какой-то результат. Нет. Так. Вот хорошо бы. Скос должен где-то приблизительно быть. Ну, вот так вот. Тогда у нас вот зацепляем куб. Вот таким образом. Значит, Ctrl-Z. И будем работать вот таким теперь образом. Все это дело сплюснем. Вот так. Она и резаться будет лучше. И будет прикольно все. Где-то зима, лето. Ну вот, что-то в таком духе. И теперь делаем что-то. Вот этот край нужно поровнее. И скос побольше. Сделаем скос побольше. Результатов он нам не даст. И вот так тоже не даст. И попробуем тогда, ну, что-то в таком духе сделать. Вот так вот. Получается такая штука. Здесь Modify Topology Mirror and Well. Ну вот что-то приблизительно. Теперь все это дело, если будем растягивать, вы видите, что задняя часть, боковые-то нормально, а задняя часть, вот это меня не устраивает. Значит, делаем Ctrl-Z. Попробуем вот так все это дело замаскировать. Смотрим. Вот и как. А вот эту уже часть попробуем вытянуть и увести где-то вот таким вот образом. Где-то еще, наверное, вот так ее. Ну, вот что-то в таком духе. Ну, опять же, в качестве эксперимента. Так, вот эту часть опять же поэкспериментируем. Это теперь сделаем DynaMesh всему этому делу. Смотрим, что тут с полигруппами.
Полигруппа одна, это радует. Так, теперь замаскируем вот так вот эту часть. Делаем Ctrl-I. Через Ctrl размываем маску и попробуем с помощью вот так. Вот где-то в таком духе заднюю часть вытянуть. Так, через Shift выравниваем вверх. Так, теперь это Ctrl-Z и меняем кисточку на квадрат. Вот этот. И чуть-чуть это все дело обрезаем. Вот так, чтобы все это было ровное. Делаем Ctrl-W, в смысле снимаем маску. И Dynamesh. Так, теперь уменьшим вот эту всю размер модели. И сделаем Dynamesh. Опа, 8000 полигонов. Маловато. Нам нужно качество. Тогда немножко это все дело прибавляем. И делаем Dynamesh. 23000, ну пока пойдет. Конечно, лучше, если делать машину, то делать ее уже как бы с большими полигонами, чтобы все края ровные были, а потом все это дело уменьшать. Так, это дело есть. Теперь вот какая задача. Сделать крышу. Здесь мы опять же добавим куб. Переключимся на него. Сделаем ему вот такую штуку. Сделаем еще потоньше. И теперь геометрию делаем Dynamesh. И вот сюда это все дело подставляем. Так вот где-то. Так. И где-то еще расширим. Вот такая штука. Но нужен выпуск вперед. Сзади-то не надо. Вот так все это дело. И здесь уплотнить. Вот так. Ну и опять же, здесь, наверное, нам поможет кисточка круглая. Мы вот так вот сгладим. Вот так вот сгладим края. Вот таким вот образом. И вот здесь край тоже сделаем вот таким вот образом. Чуть-чуть потолще его сделаем. Вот. Вот такая штука. И делаем Dynamesh. Так, делаем теперь Modify Topology Mirror and Well. Ну, вроде крыша-то нормальная. Сглаженная, с кантиком, все как положено. Потом будем корректировать опять же. Так, флур я теперь выключу. Ориентиры есть. Добавляем теперь опять же append. Добавляем куб. Выбираем куб. Уменьшаем его. Перетаскиваем наперед. Это будет вот эта часть. Так. Для машины. Вот так ее растягиваем. Смотрим. Это толсто. И сплюснем. Нос у нее, вот это переход к мотору, небольшой. Так, есть такое дело. Теперь что нужно сделать? А теперь нужно еще его, наверное, чуть-чуть вот так сплюснуть, чтобы окно было побольше. Угу. Есть такое дело. Опять же, круглая кисточка. Не знаю, кто был дизайнером всех вот этих вот изгибов, скосов. И получается, вот так обрезаем. Делаем Dynamesh. Снимаем маску. И теперь в геометрии
Мира Эндвелл. Ну, в принципе, пойдет. Теперь, что нужно сделать? Вот так вот уменьшаем ее. Во, вот таким вот образом. И попробуем обмануть судьбу. Alt, левая кнопка мыши, Shift, левая кнопка мыши. Здесь делаем вот такую вот маску. Делаем ей Ctrl, так, Ctrl-Z. Снимаем маску, делаем Ctrl-D. Вот вы видите, как все мягко стало. И попробуем вот таким вот образом замаскировать. Не, не таким. Или таким. Ну ладно, вот. Чуть-чуть еще побольше возьмем. Наполовину. И попробуем Ctrl-I. И вот это все дело. Вот так вот растянуть. Так, ага. Теперь делаем Ctrl-I и вот эту часть вытягиваем вперед. И немножко раздуваем. Во! Вроде что-то получается. Да, нормально пойдет. Снимаем маску и попробуем все это дело еще через Shift сгладить. Ну, в принципе, получается. Так, здесь вот тоже попробуем через Shift сделать все это дело помягче. Ну, чтобы не испортить вообще. Так, ага, есть такое дело. И пробуем немножко сплюснуть. Вот так вот. И подвигаем уже корпусу. Вот такая штука. Здесь уже пойдет окно и переход. Так, делаем ей Mirror and Well. Delor и Mirror and Well. Во. Вроде нормально. Потом будем уже дорабатывать. Возможно, даже что-то изменим. Так, делаем куб. Переключаемся на куб. И повторяем то же самое. Делаем уменьшение. Делаем вытягивание вот сюда вперед. Это будет уже нос. Так, как он будет выглядеть? Сейчас будем его немножко химичить тоже. Так, здесь вот по этой кромке он должен состыковаться. Так. Капот потом добавим, делаем пока вот эту вот саму форму. Делаем геометрии Mirror and Well. Так, и немножко все это дело сплюснем. Вот где-то вот так, там же уже капот будет. Эта часть должна быть поменьше. Вот. Так вот. Что-то в таком духе. Ну а теперь делаем дубликат вот этой заготовки. Дубликат. Смотрим, что у нее с сеткой. Делаем ей. Так. Dynamesh. И вытягиваем ее вперед. Вот так. Теперь мы ее сплюснем, чтобы не резать. Подводим вот сюда. Вот так. Устанавливаем. Это будет радиатор. Потом мы его еще доработаем. Ну, в принципе, машина собирается. Ну а теперь поработаем, чтобы было видно, что это машина. Поработаем с окнами и так далее. Так. Добавляем опять же Append
добавляем куб, переключаемся на него, делаем ему опять же S, уменьшаем, вытягиваем вот сюда, поднимаем выше, чтобы видеть. Вот так. И делаем геометрию, делаем DynaMesh. Теперь сплюснем его. Вот так. И вытянем вот так. Погружаем в корпус машины. И намечаем окна. Здесь получается два больших окна. Но где-то вот так. Так, где-то, наверное, это вот сюда поближе. Квадратные они. И теперь делаем дубликат. Дубликат перетягиваем вот сюда. Вот так вот. Есть такое дело. Теперь делаем дубликат. Разворачиваем его. Вот таким вот образом. И растягиваем вот так вот. Пусть побольше, не беда. Так, и немножко его сплюснем. Вот таким вот образом. Это будет заднее и лобовое. Лобовое, наверное, сделаем потом отдельно. Так что... Или пусть пока такое будет, там если что, уже расширить можно. Ну вот что-то в таком духе. Теперь все это дело мы объединим. Делаем merge down, окей, и merge down, окей. Вот объединили. Здесь нужно найти теперь корпус. Это N и первый subtool. И опускаем его вниз. Теперь поднимаем выше вот этого сабтула. Этому сабтулу ставим вычитание. Переключаемся на первый сабтул. Делаем merge. Ок. И снимаем маску. Так, вот такая заготовка. Здесь с окном еще мы потом поработаем. Ну, в принципе, вот эта часть уже получилась. Так, капот добавим потом. Все нормально. Так, что же еще? А еще мы сделаем вот такую вот штукенцию. Добавим крылья. И сразу машина должна как-то оформиться, определиться. Делаем вот такую штуку. Заходим в тулы и находим цилиндр. Вот это вот. Я вам сейчас его покажу. Вот он цилиндр. И заходим инициализер. Вот он. И делаем так, Ctrl-Z. Находим, где тут отверстие. Вот. Вот такая будет у нас штука. Это будет крыло. Пойдет. Теперь make polymesh делаем и возвращаемся на наш корпус. Так. Находим теперь в сабтулах append. Находим вот эту вот штуку с отверстием. Переключаемся на нее. Делаем ей геометрию, делаем ей DynaMesh. Смотрим, что у нее с сеткой. Нормально. Так, теперь уменьшаем. Перекручиваем. И будем работать со стороной X. Так, и сюда ее, вот, сюда ее поставляем. Так. Теперь делаем ей S. Это будет первая. Первое крыло. Это вот где-то сейчас
Где-то вот тут она, наверное, должна быть. И она вот эта первая растянутая. Но мы пока не будем растягивать, сделаем еще вот этому софту так, дубликат. И перетянем его вот сюда вот назад. Так, сзади она будет круглая. Мы ее кубом обрежем. Вот так. Здесь будет порог уже. Вот этому крылу нужно растяжку дать. Чуть вытянуть вот так вот. Вот где-то вот так. И делаем вот так вот. Теперь по этой же тоже обрезаем. Делаем Dynamesh. Так, Ctrl. Сейчас сохранится. Ctrl-Z. Dynamesh я, наверное, поставлю чуть-чуть резолюцию побольше, чтобы крыло не коробило, а четкое было. Вот эту часть, так вот эту, где-то побольше, размываем, делаем Ctrl-I и попробуем ротации без гизмо вот так вытянуть. И с помощью мов немножко как-то ее смягчить. Ну так вот. И попробуем еще раз. Как-то вот завернуть, что ли. Вот что-то в таком духе. Немножко выгладить, обрезать потом можно, подогнать. Так, еще что? Ну, давайте попробуем Move Topology немножко здесь подшаманиться. Так, вот. Чуть-чуть ее преобразим, потом вот так и подтянем. Ладно, все это понятно, сделаем. Угу, все будет хорошо. Ну, а теперь нам нужен куб, опять же. Нужен, так, append, нужен куб. Переключаемся на куб. И повторяем, опять же, только с гизмо. Уменьшаем. Делаем вот такую штуку, порог. Ставим сюда. Отгоняем сюда. И чуть-чуть можно еще, правда, расширить. Потом обрежем. Так, не семерка на нампаде, а Shift. Левая кнопка мыши. Подгоняем. Опускаем. Что-то вот в таком духе получается. Немножко ее уменьшаем. И состыковываем, чтобы все четко тут соединилось. Потому что сейчас будем объединять вот эту штуку. И чтобы все срослось, сшилось. Так, делаем теперь вот эту штуку. Merge down, окей. Так, это у нас тут стоит. Так, вот эта часть. Сделаем вот этой части Dynamesh. Пробуем вот эту часть. Merge. Окей. И merge. Окей. Теперь все это дело. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. И снимаем маску. Так, делаем всему этому опять Dynamesh. Вот так. Вроде все нормально, нужно обрезать. Теперь пробуем обрезку, если не срастется она. Так. Что-то плохо режет. Так что давайте просто ее свяжем вот так. Стянем вот таким вот образом. Потом будем корректировать.
Так, это порог. Как-то он сюда, наверное, где-то входит. Чуть расстояние есть, наверное. Так, ну а теперь делаем. Так, не array, затем нам array. Делаем mirror and well. Modify topology. Вот уже машина становится машиной. Ну а теперь добавляем нижнюю часть, вот эту вот, чтобы закрыть пороги. И немножко, чтобы основа какая-то была. Так. Это опять у нас будет append, опять куб. Move. Вытягиваем. Так. А мы сейчас обыграем эту штуку. Просто поставим и срастим вот этот корпус. Или вычитанием замутим сейчас что-нибудь. О, точно, вычитанием. Увеличиваем, подгоняем, подставляем, расширяем. По порогу смотрим. И теперь все это дело вот так вот вытягиваем. Так, подставляем. Ну, еще вот так как-нибудь. Так. Так. Ну, вот эти части нам не понадобятся. Значит, давайте оформим корпус. Там такие деревянные, короче, там ничего такого примитивного. Там все примитивное, короче. Делаем, значит, так. Dynamesh. И будем резать. Резать, резать и резать. Так, это значит, мы отсобачиваем. Как-то вот так. Здесь как-то порог оформляем поровней. Ну, что-то в таком духе. Так. Здесь как-то можно поровнее отсобачить. А вот здесь нужно уже вычитанием делать. Ставим mirror and well. Смотрим, как тут все выглядит. Ну, в принципе, порог нормальный. И вот эту часть сейчас мы... Можно ее еще там где-то вот так отсобрать. Так, Ctrl-Z. По порогу можно вот так вот. По низу порога. Вот. Ну вот уже основа есть. Здесь можно завороты чуть-чуть сделать, крепеж. И немножко, наверное, как-то... Как-то вот через Alt может попробовать. Так, чуть повыше поднять. Вот. Идите. И делаем Alt. Не знаю, что-то вот как бы. Так, теперь этому делаем Dynamesh. Так, Ctrl-Z. Dynamesh, опять же, поставлю резолюцию побольше, потому что нужно здесь качество. И вот что-то мягенько вот так ее замутить. Так, смотрим спереди. Ну, в принципе... Вот это еще нужно поработать, как бы ее загнуть, что ли. Здесь сейчас. Так, ну, в принципе-то вот эту и не надо было бы. Так, отменяем Ctrl-Z, вот эту резку.
Пусть вот так пока лучше то передок как-то вот так вот собачим. Теперь получается. Здесь как бы платформа у нее идет. Здесь будет как раз у нее, да, вот эта рессора, колеса. Короче, будет все нормально. Давайте добавим теперь капот. Добавляем append. Добавляем куб. Опять же на него переключаемся. И пробуем моделист конструктор. Так, теперь S. Вот так. Подставляем, расширяем. Теперь вытягиваем вот так как-то. Не беда, что она больше будет. Вот так как-то ее побольше, наверное, ставим. Так, что там у нас получается? Так, ага. И теперь нужно резать как бы углом. Капот идет углом. И как-то симметричнее бы его. Так, делаем дайномеш этому кубу. И вот так поострее замутим. Сделаем теперь Mirror and Well. Ну, в принципе, вот так где-то у них и должна быть она. Так, теперь обрезаем где-то вот эту часть. Вот так вот. Ставим прозрачность. Пока отменяем. И вот. Вот так вот. Оп. Приподнимаем кверху. Вот так вот. И попробуем отсобачить вот по корпусу. И чуть-чуть вниз подсадить. И немножко, наверное, сплюснуть. Вот так вот. Капота что-то вообще не видно. Значит, приподнимем. Так, теперь нужно с радиаторной крышкой побороться. Что она такая уёжесная? Угу. Понятно. Ну, давайте с радиатором поступим. Закруглим его, да и пойдёте. Вот так. Выбираем вот эту вот окружность. И сделаем его как-то, ну, посимпатичней. Так, повыше поднимем. И немножко это все дело как-то выкинем вот так, что ли. Замаскируем. Где-то вот так, наверное. Маску размоем. Попробуем все это дело чуть-чуть перекрутить и чуть-чуть подогнать. Смотрим, что тут вообще получилось. Ну, в принципе, его уже нормально. Геометрии делаем Mirror and Well. Ну, нормально. Так, ну и капот тогда будем не острием делать, а будем его как бы тоже закруглять. Так, и поднимаем, и вот по этой штуке, по радиатору,
чуть можно пониже, зарезаем. Вот так вот. И немножко припускаем. Так, а нос тогда, вот эту часть, корму, нужно сделать. Так, или все это поменьше сделать. Так, давайте попробуем поменьше сделать. Вот это опустим. Так. Теперь N. Это что, радиатор? Сделаем поменьше. Вот сюда как-то его припустим. Ну, а вот эту часть, вот этот нос. N. Так, это. Мы его как бы сплюснем. Так, а сплюснуть его почти нельзя, да? Ну, тогда сделаем вот такую штуку. Так. Делаем ему DynaMesh, он у меня походу не сделан. Так. Теперь получается, что вот замаскировав так половину, можно ее, всю эту делу перекрутить чуть-чуть. Вот сюда вот так вот подогнать. Снять маску и сделать. Что ж я на Array жму. Modify Topology, Mirror and Well. Ну ничего так. Только теперь придется вон эту крышку и поднять. Так, и вот теперь ее немножко обрезать. Как-то так. Ну и тоже, наверное, таким же макаром замаскировать. Чуть-чуть перекрутить. Чуть-чуть увести. Снять маску и сделать мир. Вот теперь что-то верю. Опустим ниже радиатора чуть-чуть ее. Так, это мы еще подкорректируем. Ну, в принципе, корпус собран. Теперь остается доработать окно, сделать как-то вот здесь вот переход. Так, давайте окно доработаем. Оно здесь вообще большое. Делаем append, добавляем куб. Опять же на куб. И уменьшаем его. Вытягиваем. Уменьшаем, чтобы она никакие стенки не зацепила. Нам нужно только вот эта часть. Лицевая. Так. Подгоняем, расширяем побольше. Вот так где-то. Так. Ну, вроде ничего больше не цепляем. Ставим его на вычитание. Так. Сначала еще корпус нужно. Вот он, корпус. Опустим его ниже. Так, хотя вот такое. Так, и поднимем выше. Так, это у нас на учитании. На корпус ставим, делаем merge. Окей. И делаем. Снимаем маску. Во. Вот теперь бомбично. Ну и так, для примера, я сейчас ролик уже заканчиваю. Добавим просто пока цилиндры. Ничего так, в принципе. Основа сделана. Сейчас доработать радиаторную сетку вот эту. Добавить именно вот эти валы нижние. Добавить двери, стекла, сидушку внутрь. Проработать какие-то переходы. Вот тут здесь вот переход от капота на вот эту часть. Можно еще S нажать, чуть-чуть вниз увести, уменьшить вот эту часть.
Так. Ну, а сзади добавить уже чемодан или что там, колесо. И, в принципе, раскраска. И будет неплохой Ford 1930 года. Словом, следите за роликами. Посмотрим, что получится. Все, всем пока, до свидания.